Что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить колду. Вот, поэтому сажусь поудобнее, да, вот чаек, кофеек, кто что любит, похавать, да, пледик обязательно. Приятно сесть, лечь, как удобно вам. Хорошее настроение, если его нет, то оно появится, надеюсь. Да. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! Аль-Асада в столице. Первый батальон на пути. Данные свидетельствуют о том, что в распоряжении Аль-Асада находится боеголовка. На место высланы отряды по нейтрализации ядерной угрозы. Силы морской пехоты нейтрализовали ПВО, но наземные войска Аль-Асада все еще представляют серьезную угрозу. Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Избавить. Я помню это. Мы попали под обстрел. Бан, ёпта. Да какого хуя? Если кто-то из Квинда, иди нахуй, блядь, Ларис, блядь, не потом. Извиняюсь. Да давай, ну пулемет, ёпта! Блять, посмотри пулемет. Я виноват, что этот пулемет очень долго держит. Да не нахуй, хуйня. Я виноват, что он так остывает долго, блядь. Да попади! Блять, я рот ебал от хуйни. Эсхил, не нахуй! Да ты смеешься, что ли? Блять, кто? Ты сейчас угораешь? Дипломат играет такую же роль в сжигании войны, что и слад, и в ее завершении. Молодец, блять, что придумал эту хуйню, блять. Да как ты, блять, типа попадаешь? Ты не пойму, блять. Алло, блять. Ёбаный твой рот, да иди нахуй, да пулемётчики ебучие, блядь. Да кто? Гранатовечки на крыше. Понятно. Какого хуя вы... Да какого хера вы попадаете-то? Сейчас смеешься или да, блядь, надо мной? Блядь, еще эта хуйня оставает. Я в шоке. Да как ты попадаешь-то по мне раньше-то, блядь? Суку, ебанище, блядь, ебучий. Да иди нахуй там, иди нахуй эта игра, блядь, в пизду, я не хочу ее проходить больше. Ну, типа, бесит меня она уже, очень сильно бесит. Окей, как мне? Я его даже не вижу, грубо говоря. Видите, он по мне попадает как-то. Где? Да где? Как я должен их уебашить-то? Как, блядь? Ты ебланище, блядь. Тупое, блядь. Сука, разработчик уебан. Конкретно, блядь. Да мне похуй, блядь. Улетай тогда, блядь, отсюда. Философ, да пошел он нахуй, блядь. Ща, да сюда, блядь. Сюда иди, блядь. Мы попали под обстрел. Ну вот и что это за хуйня, блядь? Мы попали под обстрел.
Сейчас эта хуйня пока остынет. Да, да, давай, блядь. Лети, как упертый баран в одну сторону. Пиздато. Ну, ну и что это за хуйня? Ну и что это такое вообще? Блядь, другой кнопки нет никакой. Ну и что это такое вообще? Да какого вы попадаете-то, блядь? Я в шоке, блядь, вот. Блядь, да как ты попадаешь-то по... Бредятина полная, блядь. Никита Хрущев, пошел в жопу, блядь. Идите нахуй, блядь, чмошники, блядь. Да где? Ну, блядь, ну... Не беда! Я не знаю, как это проходить сейчас. Я правда не знаю. Ну, блядь, вот ебаный, блядь, какой-то. Сука, вы пидорасы, блядь. Кто нахуй стреляет здесь? Ты, блядь, уебан ебучий, нахуй. Конец-то, блядь. Ты нахуй отсюда, блядь, тварь, блядь. Где еще ты, ебаный, блядь? А, вон. Блядь, пулеметчик ебучий, пошел ты нахуй. До свидания, блядь. Устанавливаю жужжище. Ну быстрее, А, вот он, тварь, сидит, нахуй. Понятно. Ебать. Ну и, блядь, как... А как я повернусь-то к ним? Только не что за ногу? Нет, все. Где, блядь? Шо ты нахуй? Сука, уебок, блядь, сидит он, блядь. Блядь, иди нахуй уроки учи, блядь. Стоит он, блядь, стреляет хуйню кто-то, блядь. О, на няне, блядь, иди, иди. Давай, давай. Вас понял. Хорошо. Одиночка 2-7. Переводим Абрамсы на фронт. Конец-то, блядь. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 километра на запад. Группы эвакуации и авангард нужны нам в городе. Вперед! Вперед! Быть на чеку! Пошевеливайся! Конец. Вас понял, центр. Пират 2-5 в пути. Блин, здесь не буду отключить, правда, эту музыку. Орбеги, внимание! Одна из наших разведгрупп попала в окружение. Им нужна наша помощь. Пират, говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передовая группа попала в окружение в зоне высокой радиоактивности. Они отметили себе зеленый дымовой шар. Вас понял, видим цель, конец связи. Серьезно, блядь. И что мне, блядь, делать? Цветной дым обозначает местоположение союзников. Давайте спасем наших парней и уберемся отсюда. Давай ты пойдешь нахуй, блядь. Ой, блядь, еще вспоминать, как все это делается, блядь. Погнали, бля. Это мы! Мы на укрытии!
Погнали. Ой, блядь. Сука. Пидор нахуй вышел. Да давай, выходи, блядь, не пизди, блядь. Давай, иди нахуй, блядь. Погнали, мужики. Поехали, блядь. Ой, бля, а чё вы не бежите-то за мной? Цветной дым обозначает местоположение союзников. Давайте спасём наших парней. Иди нахуй, бля. Поехали, блядь. Бан, ёпта. Проходим, мужики, мужики, идем. Бля, я в шоке, нахуй. Блядь, да иди на! Да. Ебало все, закрой, блядь. Так, что у меня есть? У меня есть вот это. Поехали, блядь. Папочка, блядь, зол нахуй. Поехали, блядь. Мужики, блядь. Да ты... Неизвестно авто. Ну, ты идёт он нахуй тогда, блядь. Извиняюсь. Давай, блядь, иди, блядь. Да серьезно, что ли? А, да? Ослы, вы, может, вы пойдете, блядь? Такие ослы, блядь, я в шоке. Пизду вас, блядь, погнали нахуй, блядь. Проходите, мужики, блядь. Бля, может вы убьете этого чела, который стоит, блядь, я не пойму, или вы совсем ослы, блядь. Конец-то, блядь. Погнали. Конец-то, блядь. Ну, до свидания, блядь. А, отсосал, блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Тихо, 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 тихо. Заходим, блядь, мужики, заходим. Давай, ну, мужик, блядь. Как ты по мне попадаешь, не видишь меня вообще, блядь? Осёл ты, блядь. Охуен, тут чел тоже встал. Погнали, мужики, блядь, заходите. Ну, заходите вы, блядь, ослы.
Бля, ебать вы... Да, я в шоке с вас. Ёбаные вы ослы, блядь. Да все, идите нахуй, блядь. Да там ослы ваши, блядь, вот эти. Блядь. Ты, блядь, осёл, уйди, блядь, это мой союзник, блядь, в этой, в КС-ке или шо, блядь? Это осёл, блядь. Хули ты встал-то здесь? Блядь, просто вот это реально Тима в КС-ке просто стоит, блядь, нихуя не делает в целом, блядь. Дай-дай-дай, пройду. Мужик, ну не сейчас же, блядь. Да иди нахуй, блядь, задание выполнено, блядь, у него. Не, давай я потом про. Ну реально, я все, я уже не могу. Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перегрузят. Пират, говорит палач. Заправилась. Готова к бою. Ну как, мальчики, соскучились? Да, черт возьми! Классно. Начало классное. Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перегружены. Пират, говорит палач. Заправились. Готовы к бою. Ну как, мальчик, соскучились? Выходим! Вперед, вперед! А, да? Что на второе? Пестик. Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Поехали, давайте ворвемся туда. Поехали. Говорит палач. Заправил. Готовы к бою. Ну как, мальчик? Пиздата, блядь. Спасибо, нахуй. Поехали. Ну, блядь, ну ебал рот, блядь! Стой, как меня бесит эти долбоёбы, неботы, блядь, честно, нахуй. Так это вы нас должны отсюда забрать. Подожди. Уходим, пока они не перегрузят. Пират, говорит палач, заправилась. Готовы к бою. Ну как, мальчики, соскучились? Ну классно, чел, ты смотришь, вообще классно. Огонь по той площадке! Так, ну шо, погнали. Так это вы нас должны отсюда забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перебьют. Пират, говорит палач, заправил. Готовы к бою. Ну как, мальчики, соскучились? О, что же это понял, да?
Так, ну я прошел. О, нифига, мы прошли. Это жестко. А, все, это все? Да, я в шоках. Пират, внимание, у нас опасная ситуация. Прием. Я в шоках. Конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Команды по ликвидации уже в пути. До подтверждения обезвреживания всем отступить на восток. Конец связи. Меня попали! Меня попали! Хвостовой винт поврежден! Сас! Говорит палач. Терплю бедствие! Терпим бедствие! Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Центр, вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Охуенно. Знаем, что мы делаем. А ловко ты придумал, даже не улетели. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Палач, как слышите, доложите обстановку, прием. Я здесь. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. Давай. Да я вижу, блядь, как вы задерживаете. Блядь, меня попадают челики, я вижу, как вы задерживаете. Да. Опасность ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасном расстоянии до дальнейших распоряжений. Вас понял. Уже в пути. Говорит ваш капитан. Скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание всем войскам США. Подтверждена опасность ядерного взрыва в городе. Еба, ты смотри. Ёпта. Чё это такое сейчас было? Да, это жестко. Это жестко. Жесть, осуждаю такое. Бля, ну это жестко реально. Бля, жесть. Жесть. Кстати, ребята, хотел сказать вам, я прохожу на средней сложности сейчас. Я перепрошел заново на средней сложности, потому что вот ту миссию, которую мы прошли с вами сейчас, да, быстренько, ее было невозможно пройти на максимально, поэтому как-то так. Потому что, типа, боты не оптимизированы, они просто стоят, а пройти я просто, ну, тупо не мог. Потому что они попадают прям, ну, постоянно. Так что как-то так. Поэтому проходим с вами на средней сложности. Произошел ядерный взрыв. Радиус радиационного поражения
А я могу ползти. Координаты эпицентра NB0586. Бля, это жестко. А где все? Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью. Ебать, ты смотри. Ебать, это жесть. Это очень жестко. Бля, кто-то лежит. Кто-то лежит тут. Давай, давай. Так. Что-то есть 100%, нету? Куда нам вообще идти, блядь? С вами. Бля, мужик, вставай. Встань! Бля, это жестко, ребят. Это очень жестко. Только не говори, что я заново начал, потому что, ну, это такое все будет. Пол Джексон. Ты понимаешь, мы будем его спасать, да? Азербайджан. Ты что, у меня второе? О, сюда, ёпта. Там агент Комарова, идем. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично, выходим. Поехали, чё. А нам не сюда? Подожди, чё. Чёрт возьми, здесь происходит. Здесь же может быть этот, помните? Ноутбук. Это ненадолго. Здесь ноутбука нигде нету. Опа. А. Ну ладно, поехали. Как они убежали-то? Ребята, где вы? Ну вот они. Бля, здесь пизда вообще. А, у меня такая штука. О, я могу вертик еще прислать, прикиньте. Я себя. Бля, это жестко. Пошлите, гоу. Какому, да? Потому. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Здание чисто, Аль-Асада нет. Идем дальше. Блять. Извиняюсь. Ладно, погнали. Thank you.
суки. Погнали вот так, короче. Раз, и поехали. Поехали. Ух ты, ёпта, ты прикинь. Чего себе, не разберутся там сами лучше. Соу, вызываю удар с воздуха по тому зданию. Поэтому? Ой-ой, извини. Я еще знать по какому, знаете. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Здание чисто, Алясада нет. Идем дальше. Поехали. Ой-ой-ой, тихо. Сити. Ага, все. Блять, нам пизда всем. А, беги. Ля, пацаны, помогите. Мне пизда. Да. Ты не что заново? Здание чисто, а Алясада нет, идем дальше. Американцы, бегу! Северо-запад! Поехали, мужики, нам туда в любом случае ебашить. Да, здесь. Я ебал того рот. Это капец, не-не-не. Короче, нужно идти вон там, да? Поехали. Бля, мужики, что вы творите? Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нам здесь не будет. Обнаружен противник.
Едем. Ух, ебать, там видели? Они чисто, переходим в следующее. Блядь. Поехали. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Так, а подождите, к какому зданию идти еще? Сейчас он туда еще идти, да? Поехали. Поехали. Закладывает Мусин 2-5. Готовы к атаке. Ждем приказов. Поехали. Что это, как? Они чисто, переходим в следующее. В общем, тупо ждать их, да, чтобы это здание все херачить, окей. Так, там он там еще. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Поехали, чё, блядь. Докладывает Мусин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов. Вертолет в пути. Мы со всем разберемся. Конец связи. Докладывает Мусин 2-5. Готовы к атаке. Ждем приказов. Давай в укрытие! Цели на открытом месте! Thank you.
чисто, проверим остальные. Докладывает Мусин 2-5. Есть цель. Ждем сигнала. Чисто, проверим следующее. Блин, где-то здесь должны быть секретки, 100%. Или не секретки, а помните вот эти ноутбуки? Вот они тут здесь должны быть. Ух, ебать здесь. Очень хорошая тема. Так, ну это нам не просто так же, правильно, дают? Блять, смотрите, сколько здесь я ебу. Ебать, сколько здесь всего, смотрите. А я вот это могу? Могу. Вы посмотрите, что тут здесь вообще творится. Я охуею. Так, ладно. Ну, идите, дайте пройти. Докладывает Мосин 2-5. Дай пройти-то, ёпа. Так, ладно. Погнали наверх сгоняем. Посмотрим, где тут есть вот ноутбуки. Вот эти вот ваши. Если их здесь нету, то тогда ладно. Ой, извини. Поехали. Давай-ка вот поэтому мы ебанем. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. О-о-о. Ебать там. Топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Давай, давай. Давай, давай, внучок, блядь. Ой, извини. Только единственное осталось здание у нас, да? С вами. Рассада нету. Когда мы его найдем? Херу. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке. Ждем. Окей, ща, погодь. Блин, ну где-то здесь ноутбук же должен быть. Я прям уверен, прям чувствую, что он где-то здесь должен быть. В каком-то из домов есть где-то ноутбучик. Я уверен, блядь, почему-то в этом. Ну, это секретные данные и тому подобное. Ладно, погнали отсюда. Осталось нам только вот туда. Поехали. Вертолет в пути. Мы со всем разберемся. Конец связи. Давай, давай в укрытие!
Сейчас вертолет все порешает, а мы зайдем. Прикольно, вот это прикольно сделано, когда вот здесь поддержка, авиаподдержка. Вот это прикольно. Поехали, ребята, погнали, 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 бежим. Ой-ой-ой, ах ты, сука. Ты смотри, еще за тварь, блядь. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Мужики, решайте, решайте проблемы. Ладно, погнали в тот дом. Блять, как? Ты смотри, что у меня есть. Раз сохранена. Погнали, зайдем-ка быстренько, блять. Здесь никого нету. Не здесь. Нам вот сюда же, да? Давай, погнали. Все? Это все? Откуда у тебя бомба? Это не я! Тогда кто? Это не я! Да, да. Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Ну, мы его поймали, прикинь. Мы его поймали. Сэр, это его сотовый. Да уж. Да уж, это жестко. Кто это был, сэр? Это жестко. Захаев. Имран Захаев. Да уж. Тогда я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль — настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Угу. 15 лет назад. Мы за лейтенанта Прайс играем. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой спокойной ночи. Пошли. Охуенно. Бля, вот это можно мне дать носить? Дай-ка мне вот это, блять. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Слишком дорого. Я пас. Жди здесь. Противник у машины. Хорошо, жду. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Так, вперед. Выдвигаемся.
Да, это жестко. Не двигаться. Колокольни, наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Цель в наблюдательном пункте, видишь? Где? Вот это. Черт, патруль заметит тело. А, вот это. Придется привлечь их внимание. Они нашли труп. Прекрасно. Вперед. По фронту все чисто. Значит, тут типа стелс, да, я так понимаю? Ну что, я готов, давай, блядь. Нас заметили, открыть огонь! Вижу противника! Держись ближе и пошли! Я иду за тобой! Давай, 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 сука, беги. Бан нахуй. Ты это слышал? О. Ух, ебать, что это было? Понятно, тут, короче, типа стелс нужен, да? Не двигаться. Не двигайся. В колокольне наблюдательный пункт. Да, да, вон там. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Цель в наблюдательном пункте, видишь? Вижу, вижу. Ну, чел, ты где? Прекрасно. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Террорист убит. Вперед. Вот так надо было сделать изначально. По фронту все чисто. Поехали. Побережье чисто. Да, конечно, капитана Прайса играть такое прям. Ты непривычно. Прям непривычно. Да, вертолет. Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Идем. Пошли. Припять, еба. Бля, почему-то я захотел в сталкера сразу поиграть. Припять. Сталкер и тому подобное. Это отсюда, да, вот на это вот отсылочка, да, или что, блядь? Бля, Припять. Бля, почему-то реально захотелось поиграть в этот, блядь, в сталкер. Ну, что такое? Да, да, да. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Прям на меня идет, смотри. Пизда. Конечно, понял, надо было лечь так, чтобы меня не заметили, да? Ложись! Давай сразу калашик я возьму-ка, блядь. Короче, нужно сделать так, чтобы меня не заметили.
вести себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Ну почему вот этот чел на меня идет, блядь? Я понял, бля, как мне лечь так, чтобы, блядь, меня не заметили-то? Как? Он прям на меня идет, чел. Давай, мужик, где он там, блядь? Как мне лечь так, чтобы меня, ну, типа, не заметили, нахуй? Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Так, ну там БТРчик. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. Так, ну я лег так, чтобы на меня чел не шел. Сука ты, блядь, смотри, что творит. Так, вот чел, вижу, еще идет. Пожалуйста, пройди, мужик. Все, они прошли. Да. Это, конечно, жесть. Это прикольно. О, вертолет, смотрите, стоит. Конечно, тут тупо по стелсу только играть, и все. За мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Да, смотрите. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Пошли. Задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Цель уничтожена. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Спокойной ночи. Выдвигаемся. Вот это пизда, да, бля, реально не прикольно. Вот это прикольно. Тут тупо стелс. Ну, вы же знаете, как я прохожу по стелсу. Вообще, блядь. Вертолеты. Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел. Назад. У украинцев пара человек пропало сегодня ночью в массе. Спокойно, он мой. Окей, мужик. Эй, Сьюзи! Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации дикие собаки стали. Давай, пойдем дальше. Не двигаться. Ждать здесь. Ну, окей. По фронту все чисто. Вперед. Волю на кота.
думаешь? Нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится псу под хвост. Почему бы и нет? Не высовываться! Выдвигаемся! Сюда, идем! Это вообще жесть. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Окей, 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 капитан, окей. Стоять. От винта, бля? Нормально. Я за тобой, то есть, только за тобой. О, вот она эта миссия. Приближается грузовик. Используем его в качестве прикрытия. Вперед. Это же, блядь, бля, прикольные, да, миссии? Прикольные. Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Окей. Терпение. Не наделай глупостей. Я терплю, ты что, слушай, я просто сижу. Поехали. Куда, куда, куда? Не двигаться. Снайпер. Да-да-да, иди. Пожарная лестница, четвертый этаж, прямо по курсу. Ликвидируй его, пока он не поднял тревогу. Прекрасно. Вперед. Все чисто. Оставайся на чеку. Мы еще не на месте. Стоять. Успокойся. Это дикая собака. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Да собака вообще не слышит, как будто. Извини, собака. Капитан Макмиллан. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Справа все чисто. Угу. Вперед. Шли. Так, пошли, пошли, пошли. По фронту все чисто. Выдвигаемся.
только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Это жесть. Я почему-то, знаете, напоминает мне это метро какое-нибудь. Там, например, такая же атмосфера. Оп, вертолет. Сюда идем. Куда нам идти дальше? Гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Как-то так. Бля, это жестко. Встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Давайте уже добродем эту миссию все-таки. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться. Решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Жду, братан. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно, следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Где он? Сейчас ветер наш дует, у нас дует ветер. Цель уничтожена, отличный выстрел. Я по флажку сориентировался. Черт, они нас заметили. Огонь по вертолету, так мы выиграем немного времени. Отличный выстрел, лейтенант. Теперь уходим. Они будут нас искать. Давай, ёпта, алло. Пора уходить. Где я? Погнали. Нужно срезать путь. Следуй за мной. Жёстко. Лейтенант Прайс, со мной. Поехали. Т-24, говорит А-6, у нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Забудь о них, они за нами не пойдут. Нам пора в зону подбора. Поехали. Мужик, беги. Они от нас отстанут. Давай. Мы за ними последовать не можем. Перекрыть все выходы и остановить их в баке.
Бля, хорошо, что я с собой калашик взял. Пошли, 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 чего ты смотришь? Бакина ждал. Поехали. Ждать сигнала. Быстрее. Устанавливай мину в той двери впереди. Цель нейтрализована. Ну ладно. Дай-ка мне коллаж, блядь. Ну, пизду это оружие, блядь. Поехали. Ничего, мужик, давай. Я не могу встать. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Спокойно. Зона посадки не нужна. Мы все еще можем успеть, если поспешим. Враг приближается, опусти меня, чтобы я мог тебя прикрыть. Поехали. Еще противник северо-запада. Ничего, ничего, погнали, похуй на него. Тише едешь, дальше будешь. Че взорвется? Поехали. Сука, что за пидором, блядь? Хорошо, хорошо, следи за этим. Лежи здесь. Он убит. Поехали. Поехали. Мы с тобой должны. Мы постараемся их содержать. Давай. Ух, ебать там. Ну это жестко, окей, окей, это жестко там.
Да ты смеешься нахуй. Поехали. Осторожно. Кажется, все чисто, можем идти дальше. Поехали. Осторожно. Шестая группа обыскает здание к югу от города. Ну все, можно спокойно, наверное, идти, да? Сука, смотри. Куда нам дальше-то? Наверное, вот сюда, да, нам. Не совсем могу понять, куда нам дальше. Подожди. Или нам вот сюда. А, ну вот сюда, наверное. Совсем сдурел? Не приближайся к источникам радиации. А куда нам с тобой? Подожди, я не могу с ним понять. С другой здания этого здания, значит, нам надо по прямой пройти, да? Значит, к тем собаке надо нам идти в любом случае, окей. Давай, 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 беги нахуй. Поехали, короче, пизду их. Давай, мы почти дошли, мужик. Сигнала, прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Чуть севернее. Собери меня и перенеси чуть дальше на север. Куда, блядь? Связься с компасом, чтобы найти наиболее подходящее место. Совсем сдурел? Не приближайся к источникам радиации. Ну, С это же север, правильно? Чуть севернее. Наиболее подходящее место. Блять. Чуть севернее. Вот куда-то, конечно, туда, да? Блять, что, я туплю, что ли? Я тупой или игра такая, блять? Ну, чуть севернее, это ЭС же, правильно? Связься с компасом, чтобы найти наиболее подходящее место. А, вот специально вот для таких вот подсвечено, понятно. Собираю все мои мины, пора пустить их в дело. Скоро враг
будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Более снайперского вот сюда, что ли? Так, парень, я активировал маяк. Удачи! А6, ваш координат полученный. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Ждем приказа открыть огонь. Я не вижу никого, блядь. Открыть огонь! А вон он. Цель нейтрализована. Блядь, я один никого не вижу вообще. Он убит. Молодец, что. Чему лучше сказать? Объект нейтрализован. А, вон я не думаю. Готов. Опа. Пизду эту снайпу, блять, короче, так берется и делается. Он убит. Пошли поставим еще мины. Здорово, начальника. Ай-яй-яй, больно. У меня есть вот такая хуйня. Ебать, нас зажали здесь, вы видите, ребята? Приближаются вражеские вертолеты. Один готов. Пошли-ка поставим мины, ну и нахуй, блядь. Объект нейтрализован. О, дробовичок есть, нихуя.
Ну где, блядь? 2000 метров, ты смеешься надо мной или да, блядь? Сука, смотри, что творит. Ой, ты чё, мразь, блядь? Такая мразота, прикинь. Тупа, говорит Орлан. Тащите свои задницы на борт. Прием. Цель нейтрализована. Поехали. Похуй, на прорыв пойдем. А, это наш, да? Это наш. Мужики, блядь, дай! Сука, вот. Молодцы, красавцы. Не, прикольно сделан, реально прикольно. Приколдесно. Вот. Да уж, приколдесно. Да уж. Прикольно, прикольно. Расчетное время прибытия вертолета 30 минут, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. Или то, что от него осталось. Так, мы установим заряды вдоль рубежа А на южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать. Давайте немедленно, и вас оставят в живых. Учитывая обстоятельства, думаю, вы сделаете правильный выбор. Бросайте оружие. Не обращайте внимания на всю эту чушь. Итак, ребят, спасибо за просмотр. Это будет уже в следующей серии. В следующей серии будем проходить эту миссию, но даже и другие. Вот. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это все дело, да? Увидимся в следующей серии, давайте.